Весомый вклад в экономику региона. В Саратовском академическом театре оперы и балета назвали имена лучших инвесторов года. Результаты ежегодного конкурса озвучила специальная комиссия, среди которой эксперты инвестиционной политики и представители регионального правительства. Победителями конкурса стали предприятия, которые разработали инвестиционный проект и успешно реализовали его в течение 2015 года. Лучшими стали предприятия бизнеса в различных сферах – пищевой промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, промышленного производства и других. Всего 24 номинации. Почетные грамоты и серебряные кубки успешным инвесторам вручил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Вы строите дома, выращиваете хлеб, лечите людей, поставляете энергоресурсы, обеспечиваете транспортную доступность, развитие туризма, кормите саратовцев. Многие ваши компании, предприятия, проекты стали брендами Саратовской области. Я бесконечно благодарен вам за вклад в человеческий капитал. Всего по итогам конкурса комиссия определила 18 инвесторов-победителей, 17 лауреатов. Также были отмечены грамотами еще 22 участника.